Добрый день всем, ЖК «Кавказ» вас приветствует. Ну и как бы начало, первое риэлторское видео. Продается квартира, 13 этаж, студия 33 квадрата. Я нахожусь сейчас в прихожей. Здесь в будущем покупателям придется поставить перегородку, получается, сделать себе шкаф такой нормальный на входе. Дверь стоит стандартная, так, санузел потом. Квартира отдается с мебелью, полностью все как есть. Вот такая красота. Если кто-то помнит, вот здесь я убирал эту перегородочку. И получилась вот такая вот студия, 33 квадрата. То есть полностью с техникой, совсем все сделано. Вытяжка, микроволновка, не знаю, что там. Даже с набором посуды, я не знаю. Хорошая такая столешница, варочная, панель на две конфорочки, такой, как бы можно сказать, и летний вариант, но, и, допустим, у меня сейчас дома, напротив Комарина я живу, кто помнит, стиралка есть, гораздо все, как это сказать, более печально по температуре, здесь гораздо теплее, но, во-первых, это солнечная сторона, сейчас глянем вообще, что тут по-быстрому. Я думаю, не важно. Просто, ну, много шкафчиков всяких интересных таких. И большая кухонка, так как студия, я думаю, вот вполне стоит кровать. Диванчик, я думаю, он раскладной. Еще интересно, как вам будет заходить формат 360, допустим. Можно делать, если обзор объекта, и ставить еще камеру 360. Здесь, допустим, поставили по центру, посмотрели, обработали. Покрутили камеры сами, чтобы не за мной следить, а самим глядеть. Вот под посуду. Так, в принципе, так интересненько, достойненько. Но тут самое главное и шикарное. Правильно двигать эти шторы. Так не буду, чтобы не оторвать. Это вот это. То есть вы подвинули, допустим, столик. Вот я как себе это представляли, сели и глядим на море, да? Кайф. Вот здесь переделка, стоит две батареи, вот одна, и вон там вторая. Чек примерно летом рубля полтора. Просил, выходит. Если это кому интересно, ну, можно выглянуть, да. Это вид из окна. 13 этаж. Красотища. Так. Прошу в следующих видео, допустим, ну, не видео, можете под этим видео писать, что бы вы там больше хотели. На полу плитка, плинтуса, обои поклеены. Сверху натяжной потолок, а здесь тоже натяжной потолок с забавочкой сделан. Попробуем. Какое тут освещение. Вот такая вот красота, да? Все, сразу все включилось, подсветочка есть. Симпатично, в принципе, сделано. Мне нравится. Ну, шкафа не хватает на входе. Санузел. Так, работает вентилятор. Так. Такая ниша там организована. Это я уже тут ходил. Ящики открывал, смотрел, какой тут доступ, счетчики стоят. Вот я когда смотрел под ремонтом полотенцесушитель, многие там думали делать, не делать. Здесь вот под него оставили заглушку, то есть если вы захотите, можно будет его вытащить и сделать. Ну, как всегда, лайк самому красивому фотографу Черноморского побережья. Даже так. Розетки продуманы, чтобы если вода попадет, ничего не замкнуло. Молодцы. Туалет, видите, перенесли сюда коробом. Канализацию ушла. Ну, везде плитка. То есть все сделано практично, под плиточку. То есть если вы хотите взять, вложить денежку, там, допустим, чтобы сдавать в будущем, оптимальный вариант. Небольшой Wi-Fi уже имеется. Интернет. То есть тут, по идее, можно телефон подключить, но кому он сейчас нужен, да? В общем, как-то так. Дружно ставим лайки, подписываемся на канал и
если кому-то надо что-то продать, обращайтесь, либо пишите мне ВКонтакте, либо номер телефона, звоните. Можем приехать, показать вам эту квартиру уже воочию, без проблем. И либо, если есть какие-то пожелания, желания, можем подобрать для вас любую другую, как бы, недвижимость. Всем пока-пока. С началом новой деятельности.